Пусто не будет, будет красиво. На эспланаде в центре Ульяновска усохшие ели меняют на живые и прекрасные. Сегодня на месте спиленных деревьев появилась первая стройная пушистая голубая ель. Привезенная из Татарстана, 15-летняя красавица уже обживается на новом месте. Взамен истощенного грунта специалисты завезли новый и сейчас готовятся круглый год ухаживать за декоративными растениями. Весенний период будет производиться, ну, вноситься в почву уже препараты специально, так называемая хвоинка. Это усилитель роста. Как минимум еще 50 лет эти деревья будут радовать горожан и жителей города Ульяновска. До конца недели на участке от переулка Карамзина до улицы Гимова появится 8 голубых елей, а чуть позже эспланаду украсят еще 12 таких же деревьев. При должном уходе расти, не замерзать на новом месте колючие красавицы будут еще долго.